Ну и я могу сказать, как относиться к сплетням. С радостью. Почему? Скажите себе, пусть каждая сплетня, которая идет в мою сторону, превращается для меня в огромное материальное благополучие, в огромное мое здоровье. Я рад, что люди сплетничают. Мне нравится, когда они плюют мне в спину. Потому что когда люди плюют мне в спину, то это говорит о том, что я бегу в самом впереди. Если я первый, то мне обязательно плюют в спину. Пусть плюют, пусть дуют, пусть завидуют. Чем больше людей, которые меня не любят, ненавидят, завидуют, злятся, тем я буду богаче. Поэтому, пожалуйста, я ни при чем. Поэтому так и относитесь, скажите себе это и измените свое отношение к этому. И пусть они своей ненавистью делают это. Есть такая мантра. Ом бурбувах тацавитур вариням баргодвасят химахи юна прощодая. Что обозначает? Пусть свет солнца, возникший в моем сердце, согревает тех людей, которые находятся рядом со мной. И пусть от этого света, который находится во мне, как доброта, сожжет всех людей, которые меня ненавидят. Я точно так же живу.